жить в Америке. Ну, такое. Прикольно. Тепло. Так, я не в Москве, я возле океана Тихого, где в Москве океана нету, как бы. Не, не шумно, отлично, что не шумно, это хорошо. Я просто не знаю, у меня такое ощущение, как будто вы с задержкой в 10 минут меня смотрите, потому что я спросил, шумно ли или не шумно, и про время я спрашивал еще, не знаю, еще в начале там где-то, как бы. Да, я со всеми дружу, и все, как бы, мне уже достали вопросы, то, что я, типа, с кем-то не дружу. Если я что-то не показываю, или не рассказываю, или не гуляю, или нету времени встретиться, это не значит, что я, блин, не дружу. Все, тема с скандалами закрыта. А вот океан. Посмотрите, какие волны. Вообще красота. А вот серфингист, серфингист американский. Телескоп вроде нормально теперь работает, просто с отрывом, как бы, с хорошим таким отрывом, но он работает. Я возле Тихого океана. О, посмотрите, чувак катается на волнах. По поводу адреса для посылок, да, я вам скажу адрес для посылок, я его еще не смог открыть, но я его открою и скажу вам обязательно, потому что мне самому безумно хочется, чтобы сделать вам приятное, получить подарок, распаковать его в видео, вот, как бы я ничего от подарков-то, мне безумно их приятно получать, но, естественно, я вас ни в коем случае не заставляю. Боже, люди, пожалуйста, если вы смотрите меня и вам интересны какие-то скандалы, отпишитесь нахрен, пожалуйста, потому что, ну, неинтересно мне это обсуждать, это скандалы, пожалуйста, потому что, ну, неинтересно мне это обсуждать, я не буду это обсуждать, не хочу я эти скандалы, я отлично живу, у меня все круто, мне не до вот этих разбирательств каких-то. Серьезно, пожалуйста, прям валите нахрен, пожалуйста. Я не хочу общаться с людьми, которые от меня ждут какие-то скандалы. Я хочу общаться со своими зрителями. Я хочу, чтобы показывать, как бы, красивые места. Мне не интересно вообще, что происходит на русском ютубе. Пожалуйста, не трогайте меня. У меня все отлично. И не спрашивайте меня про других блогеров. Я знаю столько же, сколько и вы. Да, я скоро приеду в Россию, но я не уверен, что надолго, но я приеду к родителям. Почему вот, когда я введу перископ, найдутся те, которые меня вечно будут выбешивать, вот, как бы, специально выводить, чтобы я бомбил или еще что-то. Вот нахрен вам это надо, скажите, пожалуйста. Вам это нравится? Ну, идите смотрите других блогеров, которые там создают скандалы и делают, как бы, шоу, как бы, скандалы, там пойдут все нос делать ради того, чтобы скандал сделать или еще что-то. Идите смотрите их, я, как бы, не против. Не надо ко мне. Я хочу сохранить только хорошую аудиторию. Мне не нужна аудитория, которая интересна, блин, вообще какая-то фигня. Видео. Влог выйдет скоро на втором канале. На этом. Как его, господи? Я не знаю, у меня такое ощущение, как будто мы отстаем с вами. Вы пишете одно,
а видите другое, скорее всего, у вас очень задержка такая жесткая. Влог скоро выйдет на втором канале, по поводу основного канала не знаю, когда будет ролик, но думаю, скоро тоже. Да. Не, вот, блин, найдутся дауны, да, которые все равно будут спрашивать. Как бы им говоришь уже напрямую, валите нахрен, они все равно как бы спрашивают, ну типа... Люди, что с вами не так, пожалуйста, объясните мне. Смотрите. Здесь, короче, такая фигня. Ловят рыбаки. Вон там вон рыбачит чувак. Вон он рыбачит. Допустим, если он ловит рыбу, нужно, он приходит сюда, ее чистит, как бы моет. Вот краники. Смотрите, тут даже вода, офига себе. Смотрите, тут даже вода, офига себе, зырьте. Ло. Так, ребят, давайте я проведу второй перископ, потому что мне не нравится этот перископ, я его удалю. Нафиг. Вопросов. Напишите, как вы меня слышите, хорошо или плохо. Вот. Вот такой вот океан. Лаги, ну, я не знаю. У кого-то нет лагов, нормально. Ну, вы можете пересмотреть потом перископ, я думаю, он в нормальной записи будет. Ух, блин, мне хочется искупаться в океане, но я не взял с собой плавки. Я пришел просто позагорать. Как бы. А, жара, очень жарко. Покажи татуировку. Ну, блин, мне лень. Ну вот татуировка. А, посмотрите, какая красота. Как бы, блин, не знаю, очень красиво. Я сейчас на пирсе хожу. О, вау, как чувак круто нас... О, офигенно он прокатился. Блин, он сейчас вторую, если будет ловить волну, я... Вот он в красном. Первую волну он пропустил. Сейчас он будет ловить другую волну. Давайте следить за ним. Смотрите, сейчас он эту волну тоже пропускает. Он поймает хорошую волну. Он так круто прокатился. О, еще какой-то чувак тоже. Так. О, пошел. Так. О, пошел. А, не поймал, окей. Never mind. Так, давай, сейчас он поймает волну. А. Ну, давай, ловись, волна. Что-то пока волны не идут. Где он, может быть, его потерял? Вот он. Ну, давай. Он, короче, поплыл вообще туда. Вглубь, вон там серферы, они все учатся. Вау, красота. Но я хочу показать вам именно этого серфера. Yeah. Давайте пойдем к нему поближе вот как-то. Окей, все, он уплыл куда-то далеко. Did you get something? Well, oh, okay, sorry. Не знаю, какой-то очень злой дедушка попался у меня. Он такой, типа, свали нахуй. Типа... Не подходи сюда. Вот он, блин, злой дедушка. Я его хотел спросить, он что-нибудь поймал. Он меня посылал. Сказал. Не потерялся? Нет.
Я попросил, спросил дедушку, поймал ли он что-то, он мне, знаешь, что сказал? Вали, типа, мол. Я такой, окей. Злой какой-то. Ты чего спросил-то? Did you get something? Он поднимал удочку, сказал, отвали, давай отсюда. Типа, ну, да, ну, да, он так просто таки... Океанский, да, я видел, он такой, типа, мне... Туда, да. Не типа... любят в Америке русских блогеров. На, вообще ничего не любят. Ага, ничего не любят. Тут радуются себе, но ничего не любят. Ничего не любят. Давай. Пропаганду российскую включай. Но... Америка, загнивающий Запад, посмотрите на этих людей, они голодают, у них тут ничего нет. Дорог нет, ничего нет. Да, окей. Не приезжайте, дети, в Америку. Тут крокодилы живут. Крокодилы? Да точно. Окей. Да я шучу. Не живут тут крокодилы. Ну, хотя, может, в какой-то части Америки есть они. В общем, вот такой вот океан. Надеюсь, вам понравилась эта трансляция. Можете потом пересмотреть, потому что вы, наверное, не видите меня прям в прямом эфире. Сейчас после обновления перископ немножко изменил, наверное, какой-то свой формат, поэтому у меня все отлично работает и у вас тоже, что удивительно. Но теперь я комментарии в реальном времени не вижу. Все, всем пока. Пока-пока.